Простая в кожаный диван, мечтал о том, что скоро буду тоже ветеран. Боже, лейтенант, трот свой пересохший вытирал, следя как мог за диалогом заторможенных тират. В приглушенном свете ламп ждал, чтоб по оплошности не прозевать, как старшие предложат третий раз детям план. Одна из гостей лошадью заржав сказала Косе: может, хомяка положите туда? И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами, но одна хуйня все так же непонятна мне. Почему мне снится тот хомяк в бульбуляторе? Мы память то куда попрятали. Даты, дни остались невнятные каракули, но все равно не сосчитать на калькуляторе, сколько раз мне снился тот хомяк в бульбуляторе. Фразы как демоны, сказано, сделано. Пара черных глаз из-за стекла запотела. Поглядя в отражение, видят только грызуна мехотелого, что с дивана встать так хотел, но боялся быть осмеянным, прослышь слабым истериком. Ведь все угорая пиздели над бонгом с хомяком, что превращался в растение. 97-й кто-то лаял из телека. С тех пор я перевидел многое. Смерть, увы, не нова, да и жизнь, увы, дерьмовая. И давно не удивит надгробие. Но я понял, что с тех пор с тем хомяком все переплетено было. Наверное, я в конец шизик. Какой хомяк, если я терял тех, кто мне близок? Но всего один на пас дури, и мне кажется, мы за стеклом и через нас курят. И больше явно не ребята мы. Давно наши воспоминания пятнами, но одна хуйня все так же непонятна мне. Почему мне снится тот хомяк в бульбуляторе? Мы память то куда попрятали. Даты, дни остались невнятные каракули, но все равно не сосчитать на калькуляторе, сколько раз мне снился тот хомяк в бульбуляторе. Hit from the bomb. Make a hit from the bomb.